В западном районе Тамбова скоро появится новый детский сад. Его построят вместо старой клубнички на улице Серпуховской, 5. Детский сад номер 33, функционирующий с 1961 года, посещало 120 детей. Оценочная комиссия подтвердила 70-процентный износ объекта. 1 июня здание официально было закрыто. Проект нового детского сада уже разработан. Он сможет вместить около 140 детей. Это планируется современное трехэтажное здание. К сожалению, на большее количество мест невозможно сделать данный детский садик в связи с ограниченностью земельного участка, который находится вокруг этого детского сада. Депутаты городской думы берут строительство нового детского сада под личный контроль. По плану новое здание будет готово к концу 2019 года.